Сотрудники Минтранса Чувашии провели очередную проверку движения общественного транспорта между городами Чебоксары и Новочебоксарск в утренние и вечерние часы пик. По результатам проверки зафиксированы нарушения. В частности, на маршруте 220 интервал движения составляет от 5 до 15 минут, при установленном интервале 5 минут. На маршруте 331 интервал составляет от 3 до 9 минут, при установленном 3 минуты. На маршруте 262 интервал движения от 4 до 13 минут, при установленном 5 минут. На маршруте 270 интервал от 5 до 19 минут, при установленном 8 минут. Маршруты 234 и 101С соблюдают установочный интервал. Проверяющие также пообщались с пассажирами и выяснили, что большинство из них жалуются на долгое ожидание транспорта после 21 часа. В настоящее время проверки продолжаются. Рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности перевозчиков, которые систематически не обеспечивают движение автобусов по расписанию.